Приветствую вас, дорогие мои телезрители православного телеканала «Союз». Я дед Еремей. Завтра у нас на календаре 8 декабря. Давным-давно в этот день наши бабушки и дедушки по приметам предсказывали о приближающейся погоде. Коль снег за окном идет, лето дождливым будет. Ежели петухи рано утром раскричались к потеплению. А если на водоемах поверх льда видна вода, то ждите потепления и дождя. А какая же погода ждет нас завтра, 8 декабря? Сейчас я вам об этом поведаю. В деревне Громогласово Одесского района Омской области погода замерла. На термометре 0 градусов. Жаль, что солнышко не предвидится, а впереди температура будет понижаться и сопровождаться снегом. В поселке Громово-Дубрава Железногорского района Курской области градусник становится на отметке плюс 2. А вот снег и дождь решили в паре обрушиться на жителей. А вот кого тепло точно не оставит, так это жителей села Громовка Сакского района Республики Крым. Там воздух прогреется до плюс 10 градусов. Солнечные деньки решил испортить дождь, но надолго он не задержится. В деревне Громашиха Устюженского района Волгоградской области все льют косые дожди. Ртутный столбик покажет плюс 2 градуса. Дорогие жители, как вам там живется? Ведь у вас то снег, то дождь. А напоследок хочу пожелать вам, мои дорогие, пусть, несмотря на погоду, в душе вашей всегда светит солнце, а в доме царит теплота и любовь, как заповедал нам Господь, да хранит вас Бог.